Очередная китайская компания TBEA Душанбе Горная промышленность получит разрешение на разработку золоторудного месторождения Верхний Кумар. Об этом сообщило информационное агентство Авеста со ссылкой на собственный источник из Таджик Глав Геология. После получения необходимых разрешительных документов китайская компания приступит к разработке месторождения, подчеркнул источник в Таджи глав геологии. Также он добавил, важно отметить, что китайская компания TBA проводила геологоразведочные работы с использованием новейших технологий. Следовательно, в ходе разработки месторождения указанная компания также использует современные технологии, которые с высокой точностью определяют состав руды, в том числе на наличие золота и других попутных полезных ископаемых. По словам источника, получение лицензии на разработку месторождения также предусматривает строительство обогатительной фабрики и добычу минералов. По данным таджикских геологов, по предварительным подсчетам, золотой запас месторождения Верхний Кумарк составляет 50 тонн. Также стоит отметить, что на данном месторождении, кроме золота, есть и другие драгоценные минералы, которых также будут добывать китайская компания. Наблюдатели отмечают, что экспансия китайских компаний в сфере разработки минеральных ресурсов Таджикистана набирает обороты. На сегодняшний день более половины добывающих золота в Таджикистане компаний принадлежат Китаю, не говоря о других иностранных компаниях, которые с разрешения Рахмона опустошают недра земли по праву принадлежащие народу.